Я рад всех приветствовать. В преддверии Дней влюбленных, мартовских праздников, мы приготовили вам две темы. Они связаны с культурой даосской, даосизма. Начну, наверное, с наших уточек декоративных, каролинки и мандаринки. Уточки, которые как раз являются символом крепких уз, брачных союзов, чтобы были нерушимы те союзы, которые заключаются, чтобы они были счастливы и гармоничны. Ни одна свадьба во многих азиатских странах не обходится без мандаринок. В любом виде. Статуэтки, картины, вышивка, какие-то даже в виде печенья делают вот этих мандариночек, как бы, чтобы намекнуть супружеской паре, что будет все прекрасно, будет союз крепким. Помещать их лучше по тем же даосским каким-то знаниям, либо в секторе любви, либо в спальне. В любой спальне, чтобы у вас находились вот эти уточки, чтобы оберегали вас, крепили ваш союз.